Ну что ж, дорогие друзья, скоро закончится уже этот 2016 год, год обезьяны, в котором было много и интересного, веселого, необычного, много познавательного, много опыта мы получили. Также было много грустного, печального, того уж без чего в нашей жизни, конечно, нельзя. Ну, такая у нас жизнь. Вот. Давайте же подумаем о том, чего нам не хватает в жизни, чего мы боимся. И подумаем о причинах, почему мы этого боимся, почему мы делаем шаги, почему мы не говорим любимым, что любим их. Почему? Почему мы не делаем то, о чем мечтаем? Почему наша цель где-то далеко-далеко-далеко, где мы ее не видим? Она очень маленькая-маленькая, далеко-далеко-далеко-далеко, вот там вот. А мы тут сидим и делаем непонятно что. Хочу задуматься, и хочу, чтобы задумались вы. Может, стоит таки начать жить? Начать делать то, чего хочется. Начать говорить любимым, что ты их любишь. Не стесняться, не жить ради кого-то, не смотреть на других. Потому что счастливы только вы сейчас и здесь, вот тут, в сердце, в голове и в жизни вокруг вас. Будьте счастливы, делайте, цените, любите, наслаждайтесь каждым моментом, и пусть следующий год 2016, и пусть следующий год 2017 будет именно той точкой отсчета к вашей счастливой жизни. Всем любви, тепла, мирного неба над головой и целую.